Приветище, это Субнатика, и мы продолжаем. Продолжаем здесь выживать в этой суровой холодчине. В прошлой серии мы нашли все три части тела Алана. Так, где тут показать-то грамотно? А, ну вот, собственно, смотри. Три части тела. Органы архитектора мы уже собрали, все ингредиенты, но еще не сделали. Нам нужно найти медучреждение архитекторов, где мы сможем собрать все эти органы, скелеты, ткани в одно целое, чтобы получился Алан, чтобы получился нет, это не человекоподобный, короче, существо, чтобы получилось, вот. И помимо всего этого, мы еще с тобой замутим вот эту вот штучку замечательное устройство возврата. Это, короче, телепортер, который позволит мне телепортироваться с любой точки вселенной этой планеты B4546 в свой мореход. Так что классная штука. А, подожди, куда я побежал вообще? Когда ты гений изобретения, гений изобретатель, ты постоянно куда-то бежишь, куда-то стремишься. Значит, ионный куб возьмем. Титан у меня тут есть, да, был где-то. Вот, пожалуйста. Что нам там еще нужно было? По-моему, силиконовая резина и все. Так, вроде мы можем сделать. Да, отлично, устройство возврата у нас теперь есть. Это чудесно. КПК. Устройство возврата позволяет мгновенно перемещаться на спаренный модуль телепортации морехода. Для применения необходим ионный куб. То есть, подожди, она хочет сказать, что каждый раз, когда я буду телепортироваться, у меня будет тратиться один ионный куб? Это как пальчиковая батарейка, что ли? Ничего себе. Ну, я на это не подписывал. Зачем я эту штуку сделал? Ну ладно, сделал и сделал. Надо попробовать, как это все будет выглядеть. Мне нужно, знаешь что, чего я полез-то? А, мне нужен сборщик, мне нужно собрать этот модуль для архитектора. Где у нас? Соберем сейчас все и будем телепортироваться, тпшиться. Так, значит, вот он. Мне нужен пласталевый слиток, а для этого нужна куча титана и расширенный комплект проводов. А для него нужен коралл. Поплыли, короче, за кораллом. О, наконец-то, первый, попался, нашелся. Забираем, а он много, кстати, места занимает? Не, отлично, всего одну ячеечку. Это нам хорошо на руку. Залежи кораллов. Вот это все рубим и забираем по максимуму. Вот так вот. Можно что-то, в принципе, выкинуть, например, все ценное, все нужное. Я думаю, что я ничего выкидывать не буду. Не хочу. Не-не-не-не, ничего выкидывать не буду, все. Если что, потом просто сюда приплыву. Ну вот, вроде бы, хотя титана я не набрал достаточно, поэтому пласталевый слиток-то у меня не получится. Но я смогу сделать что? Что я там хотел сделать? А, точно, мне нужна вот эта вот штука. Комплект проводов. Для этого нужно сделать микросхему. Золото есть, медный провод тоже где-то тут болтался, валялся. Медный провод. Ну или хотя бы медь просто взять. На, места нет. Подожди. Берем просто медь и делаем медный провод, да? Чё париться? Медный провод, пожалуйста. Пока он там делает это, мы возвращаем. А, чё-то не то, выкинул. А вот, кстати, и сделался медный проводок. Вот он, медный проводок. Значит, теперь мне нужно серебро. Тут есть серебро? Нет такого тут добро-бро. Значит, надо будет спуститься вниз и там поковыряться. И заодно отцепить наш мореход и подцепить его к модулям. Потому что там нету сейчас света. Когда нет морехода, соответственно, в модулях нет света. Я надеюсь, он зарядился. Давай посмотрим. Вода в ноге почему-то там была. Ну все, вроде бы ок. Зарядка у нас 100%. Это нам на руку. Цепляемся. Все, зацепились. И пойдем посмотрим. Где-то тут у меня была куча. Ну вот, я у себя в корабле плаваю. Кислород тратится? Тратится, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай сядем обратно за руль. Вот так вот. Давай, выходи. Да штопанные ты носки. Как это называется вообще? Подожди. Вот так вот, ну, да. В последнее время какие-то глюки с мореходом постоянно случаются. У меня все в ажуре. Микросхема есть, комплект простых проводов тоже есть. И мы можем теперь сделать расширенный комплект. Чудесно. Просто великолепно. Я гений. Я просто красавый гений. Квантовый шкаф у нас готов. Нет, он нам не нужен. Квантовый шкаф. Подожди, хранилище, чье содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафах. Я бы хотел это сделать. Это классная штука, но проблема в том, что... Могу ли я этот квантовый шкаф поставить у себя в мореходе? Например, где-нибудь в жилом модуле, вот где-нибудь здесь. Скорее всего, нет. Тут и так мало места. Отлично. Последний модуль, и надвигается опасная погода.
Это последний модуль для нашего морехода. Я думаю, что больше я их делать не буду, потому что у нас и так очень длинные мореходище. Он больше всех левиафанов теперь у нас. Наверное, больше. Ну, по длине так точно соизмерим с теневым левиафаном. Все, вот он у нас телепортационный отсек. Хватаем его. Куда он? Топится, не топись, дружище, вот. Значит, телепортационный модуль у нас будет между стыковочным отсеком и хранилищем. Я думаю, так будет хорошо. Стыковочный отцепляем. А вот этот прицепляем. Разворотик. Вот, его сразу зацепили, по-моему, и туда, и сюда, да? А нет, туда не зацепили. Стыковочный, я имею в виду. Ну-ка. Чпеньк. Отлично, залазим. И смотрим, как это все выглядит. Ух ты, круто-то как, а? Технологично и круто. Кайфово. Достаем теперь вот эту фигню. Посмотрим, как она выглядит. Так. Оу. Воу-воу-воу. Угу. Но у меня есть один ионный куб. И парочку, по-моему, у меня в хранилищах есть. Давай глянем. Тут нету. Где-то было, где-то было. Ну, кстати, теперь ионные кубы имеют место быть. У меня их тут дофига. Имеет место быть, и есть смысл их тратить. Ну чё, поехали, короче, теперь искать материалы все. Про грибы вот эти розовые, пухлые, говорили, что они растут под базой Маргарет. Ну вот, значит, поехали туда и посмотрим. Да, нам срочно нужно найти модуль ускорителя морехода, потому что плавать таким макаром, как улитка, это просто бесполезняк. Короче, поплыл немножечко не по тому курсу и нашел спиралевики. Надо бы их подрезать, они нам тоже нужны. По-моему, они нужны для тканей архитектора, так что... О, нет, это не спиралевики, нифига. А что это такое? Подожди. Подожди-ка, давай отсканем. Вихревик, блин! Спиралевик, вихревик. Куча всего понаделали. А если его рубануть, а куда я, кстати, делал? Твою ж налево, я ножик случайно выкинул. Он у меня в шкафу дома. Да. Ладно, не проблема, возьмем пару титана и силиконовая резина, где тут валялась. Была силиконовая резина, я ее видел, вот она. Вот она, красулька. Освободил за одно место в ящиках. Значит, будет у меня теперь два ножика. Один лавовый ножик, а другой обычный. Вихревичок, можно тебя порезать? А, он даже не срезается, зря ножик сделал. Ну ладно, чё. Пойдем попробуем отплыть поглубже. Здесь, кстати, плавает кое-какая рыбка. Подожди, а вот это что за грибы? Это что за грибы? Можно срезать? Не, нельзя срезать. Там сверху где-то плавал то ли кальмар, то ли какая-то странная рыбина. Ну, посмотри на мореход. Тоже громенный, капец. Так издалека можно его с чем-то спутать, если бы не было аквариума светящегося. Ну хорошо, все, поплыли. Сейчас тут поищем. О, кстати, я вот сюда вот так и не заплывал. Алмазы тут тоже есть, да? И рубины. И вот литий надо бы взять. Кстати, я здесь еще не плавал, между прочим, вот по этим туннелям. А вот это что такое? Это что это такое? А, это теплореактор. Это все электростанция. Опа, лава. Ого! А я-то здесь, по-моему, и не был. Да-да-да, я здесь не был. КПК давай возьмем, чего? Журнал Маргарет Мейден. Первый журнал. Наконец-то я его нашел. Это что за фигня? Это у нас фигня уже есть. Титана дали просто. Взять приготовленный дискус. Ха. Видимо, рыбка подплыла слишком близко к гейзеру и приготовилась. Ну что ж, давай тебя съедим. Она и воду дает немножечко. Это нам на руку. Давай-ка попробуем приготовить еще пару рыбок таким же методом. Значит, забираем рыбки. Мне даже плавать-то далеко не надо. Их тут дофига. Взял парочку рыбок, вот тут уже приготовлены, смотри. Мы сейчас берем и все это дело... А-а-а, меня тоже подожгло! Чуть сам не приготовился. Но одну-то рыбку я должен был приготовить. Где-то здесь она была там наверху. А куда-то здесь упала, точно. Я точно тебе говорю. Короче, небезопасное себе развлечение нашел. Ладно, давай вот эту съедим. А, я ее даже не выкинул, подожди. Подожди, вот так вот выкидываем. Плывите, рыбки, вон туда. Так, она плывет. Смотри. А гейзер ее не ударил, а вот эту вот я могу собрать. Одна только приготовилась.
Ну хорошо. Это тоже съедаем. Все, всплываем, тут больше делать нечего. А, еще и аптечку надо заюзать на всякий пожарный. Вдруг меня кто за жопу захочет укусить. Так, 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 у нас проблемы с кислородом. Настало время использовать устройство возврата. Давай попробуем его в деле. И погнали. Вжпих. Oxygen. Кошерно, слушай. Очень круто. Когда проблемы с кислородом, бери с собой телепорт. Ионный куб у меня еще есть. А этот... А, круто! Ионный куб имеет так же, как и пальчиковая батарея, определенное количество энергии. То есть, когда он израсходуется, ты можешь его выкинуть и поставить новую батарейку. Ну и все. Я думал, один раз телепортнулся, один ионный куб израсходовался. Но тут все правильно, все грамотно, все продуманно сделано. Это мне нравится. Крабзик, крабзик, бабзик. Пошли добудем быстренько с тобой титан. Так, что-то я его, правда, потерял. А, во-во-во, вот она, эта фигулина плавает. Надо, чтобы она мне крабика тут не размотала. Вот он, титанидзе. Если что, у меня бур есть. Я тебе сейчас пасть запурю. Ты посмотри на нее, а. Все? На тебе. Давай, бури ее, бури, 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 бури. Давай, 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 красавчик. Чуть-чуть ей всадил в хвостяру, но маловато ей было. Ладно, не страшно. Добываем титан. Надеюсь, она от нас пока отстанет. Ты посмотри-ка, я почти титан доделал, но она мне не даст его добурить. Просто снесла меня, просто ударила. Скотина, а. На тебе в пасть. Вот так вот тебе по пасти, по пасти. Все, собрали. Прочность у нас 43%, а я быстренько вот сюда убегаю. Хопа, не попала, не попала, не поймала. Не поймала, ты рыбеха глупая, тупеха. А, все-таки поймала, блин. 33%, 26%, 20% у краба. Бежим отсюда. Хьюстон, у нас траблы. У нас траблы. Давай вниз спустимся сейчас. И немножечко починимся. Она вроде бы на глубину, эта рыбина, не заплывает. Так. Чинилка, чинилка. Надо, короче, плавать в разные стороны, чтобы мои ласты заряжали ремонтник, а я ремонтировал краба. Ну, что-то нифига не работает, да, по-моему, так? Знаешь, в чем прикол? В эту тоже фигулину мы с тобой видели и внутрь нее заплывали. Кстати, не там ли я спиралевик видел? Кстати. Подожди-ка. По-моему, спиралевик я видел там. Надо туда заплыть. Да внутрь, прямо в нее. Так-так-так, плывем. Сейчас заплывем. Там же свой внутренний мир. О, гипнотически как все, а. Похоже, да, вот он. По-моему, это спиралевик. Да, прикинь. Вот это я вспомнил, так вспомнил. Вырезка спиралевика. Отлично. Заберем его как можно больше. У меня и места-то уже нет. Но у меня есть гелеобразные мешочки. Там, на базе. Так что давай заменим их. Все. Отлично, не зря я сюда сплавал. У нас же теперь спиралевик есть. Подожди, давай-ка выйдем. Оу, совсем вышел. Нет, я не так хотел выйти. Да блин, капец. Можно мне в мореходе остаться? Спасибо. Мореход, когда хочет, выплевывает меня. Когда не хочет, не выплевывает. Значит, мне нужен рубин. Рубин, два штука берем. И делаем синтетические волокна. Пить хочу. У меня есть что попить. Какие-нибудь рыбки. Ладно, неважно. Давай возьмем вот этих вода. Минус один, минус семь. Вот эти попробуем сготовить. И мне должно быть получше. Так, готовим. Быстрее. Там еще какая-то злобная большая рыбушка на меня орет. Так, поедаем. Плюс пять воды, плюс три воды. Все получше. Уже все получше. Давай еще парочку возьмем. Тут все равно рыба отлавливается при помощи этих аквариумов. Ну вот, уже получше, но надо будет потом что-нибудь другое найти, что восстанавливает побольше запас воды. Если среди рыб увидишь пузыря, кричи «пузырь!», потому что мне нужна вода. А куда нам, кстати, плыть? А, вот, вон туда. Нам надо вон туда. Причал станции Дельта. Что-то жопа горит у меня тихонечко. Потихонечку так горит. Ух ты! Достали нас, прикинь. Достали, но мы дали отпор по полной программе. О, пузыряу, иди ко мне.
Иди ко мне, пупчичек. Пузырик есть? О, камикадзе плывет. Здорово. Я тебя, кстати, тогда так и не отсканил. Ой, уже и не отсканю, походу. Ну, что поделать, один пузырь тоже подойдет. Чуть не сморганил его. Нам-то нужно воду из него выкачать. Фух. Все, вода есть. Нормализуем. И теперь делаем синтетические волокна. Нам тогда обезвоживание помешало. Я скорее побежал рыбу готовить. Вот, два синтетических волокна. Это очень хорошо. Смотри, что нашел. Никелевую руду. О, вот она где бывает, оказывается. Надо это место запомнить, потому что никелевая руда нам нужна в большом количестве. Ну, короче, как ты понял, мы уже направляемся к Маргарет. Мы в биоме этих кувшинок огромных. Вот еще никель. Я здесь хочу собрать вот эти вот штуки, чтобы напиться. Они же воду имеют. Вот, можно их поесть и напиться. Так, а еще они мне нужны для изготовления тканей архитекторов. Никель, никель, никель. Все вроде бы. Пока я здесь, конечно, плавал, раскурочил свой мореход к чертям. Надо его починить, видишь, как пузырится. Кислород выходит. Сейчас мы тебя починим, мой юный товарищ. Вот она, Маргарет. До сих пор там сидит, читает свой КПК. Но не будем ее тревожить. Мы просто направляемся поглубже. Туда, к низу. Говорят, что они где-то, эти грибы, растут под Маргарет. Ух ты, я тут даже что-то не собирал еще, гляди-ка. Ну-ка, давай посмотрим, что вот тут у нас лежит. Что за штука? Дистилляционный костюм? Чуть такое давай почитаем. Так, дистилляционный костюм промышленного образца разработан в целях минимизации потерь воды при исследовании враждебной окружающей среды посредством фильтрации и повторного использования телесных жидкостей. О, круто! Надо сделать этот костюм, и тогда у меня не будет так быстро запас жидкости уходить из тела. Возвращенная вода хранится в контейнерах для дальнейшего употребления. Нормальная скорость производства 2 бутылки в день. Фильтрует примеси из не менее чем 4 различных выделений тела. Эффективно перерабатывает кровь и пот. Улучшите до модели номер 2 для переработки слез. При запуске можно задействовать встроенный нейтрализатор запахов. Нейтрализатор запахов включается не во все модели. Дистилляционный костюм, потому что пить очищенную мочу лучше, чем умереть от обезвоживания. Ну так-то да. Ну так-то да. О, я замерзаю, что ли? Да, я потихонечку замерзаю, но я двигаюсь и греюсь. Это нам не нужно. Ну, удачно я сюда заплыл, слушай. Короче, грибов я здесь не нашел. Чё там нужно, чтобы сделать этот костюм? Покажите мне, пожалуйста. Вот он, костюм. Аэрогель, медная проволока. Подожди, аэрогель? Мы его можем прямо сейчас сделать, если я его, конечно, не понаделал до кучи. Я же куда-то его здесь выпихнул. Вот, у меня есть... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И медная проволока, пожалуйста, и аэрогель. И сейчас я сделаю себе этот костюм. И будет вообще огонь. У меня сейчас какой костюм? Утепленный одет. Нафига мне утепленный, правильно же? Так. А, взять я его не могу. Надо снять утепленный костюм. Так, утепленный, он же дофига места занимает. А черт. Черт подери. Все, а теперь я этот костюм могу взять. Я его сразу же одел. Прикол. Прикольно, прикольно. Пить хочу, пить хочу. Сейчас, сейчас, сейчас пару рыбок зажарим. Ну и все, поплыли отсюда. Найдем побольше пузырей, да и это. Водицы намутим. Точно, точно, я вспомнил. Я вспомнил, где эти грибы. Они вот как раз под вот этой здоровой фигней. Под базой Фии. Да, 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 мы вот сюда плыли. Угу. Все, сейчас мы достанем эти грибы. Ну, наконец-то. Сейчас их соберем и телепортнемся. Мы же тут плавали с тобой. Тут тоже была метка архитектора, она была очень глубокая. Я сюда не с первого раза попал. И когда пытался отсюда выплыть, заблудился и в итоге задохнулся в этой пещере. И вот где-то здесь. Эти грибы должны быть огромны, они просто громменного размера. Вот они, собственно. Вот и вот они здоровенные. Так, ну нам достаточно, наверное, вот этих вот маленьких. Надо отсканить это. Все, я просто тихо счастлив, что я все нашел. Молодой хлопковый анимон. Взять. Все? А, нам надо еще чуть-чуть. Так, ну вот это давай я сейчас, наверное,
съем вот эту штуку, а вот это возьмем. А вот с этого что-нибудь я могу получить? Да попробуем его порезать. Иди сюда, здоровый хлопковый анимон. Не, ничего, ничего не могу. А хочу, знаешь, что сделать? А что это такое вот это? Очищенная вода, прикинь. Прикольно. Еда минус 3, плюс 20 воды. Это вот та вода, которая перерабатывается через костюм. Здорово, давай выпьем. И еще один хлопковый анимон возьмем. Вот так. Ну, в принципе, все. Можно отсюда телепортейшн делать. Давай сделаем. Я-я-я, я все собрал вроде бы как. Сейчас надо это все сделать. Сейчас, подожди. Так. Значит, нам нужно сейчас сделать кислоту. Вот эту соляную кислоту, пожалуйста. Ага, она у нас есть. Теперь нам из этой соляной кислоты нужно получить полианилин. Для этого нам нужно золото. Золото берем. Полианилин получаем. Так, алмазы у меня есть. Теперь нужно пласталевый слиток сделать. Ну, что могу сказать? В принципе, у нас все есть. Теперь алмазы еще. Алмазы тоже у нас вот здесь вот лежат. Вот, все собрано. Значит, вот это мы можем убирать. Вот это вот. Оп, оп. И органы тоже можем убирать. Так, ионный куб у нас есть, кианит у нас тоже есть. Все четко. Давай-ка я сейчас все сморганю в водички. Теперь все, что нам остается, это выпить водицы и найти место, где мы соберем наконец-то Алана. Аланишечку нашего. Аладишечку. Ух. Ну, кстати, в комментариях писали, что она находится в том же биоме, где я нашел органы Алана. Так что поплыли туда, попробуем там хорошенечко пошариться. Но говорят, что лучше сделать, конечно, третий модуль погружения. Мол, без него будет там совсем тягостно. Ну, слушай, мне это говорили, когда я искал ткани архитектора. Так что я думаю, я справлюсь. Или, может быть, все-таки сделать этот модуль долбанный. Давай посмотрим, что для него нужно. Что-то я немножечко заочковал, занервничал. Потому что там может быть еще больше теневых этих левиафанов. Они меня тогда изрядно так потрепали. О, вот они, эти модули. Так, значит. Ну, а в принципе, почему бы не сделать? Ты посмотри, никелевая руда. Я 3 штуки подобрал. Кианит у меня есть. Пласталевый слиток. Сделаем еще один. Блин, хорошо, что мы с тобой возвращаемся. Ты посмотри на заряд морехода. Мне его нужно зарядить. Так что мы сейчас с тобой оставляем на зарядку морехода. Делаем ему модуль погружения. И прем в эти кристальные подземелье. Ты погляди, какая красота-то. Вау. Я такого сияния раньше не видел. Что это за радуга? Во все небо. Красота. Вот за это стоит лайк поставить. Короче, надо, пока погода хорошая, сылфачок намутить. Ну, хотя как хорошая, туманчик. На фоне вот нашего мореходика. Сейчас я выпущу пингвиняша. Иди сюда, пингвиняш. Врубаем пульт управления. Ё-моё, ты погляди, что с ним стало, он сломался. Блин, он, видимо, водой намочился и все, и сдох. Эх, зря я его здесь поставил. Ну, твою ж налево. Ладно, фотосессия отменяется, пофиг. Нафиг. Едем на заправку, на подзарядку. Теперь нам у морехода надо выдернуть модуль погружения. Кстати, если мы сделаем модуль погружения, нам же нужно его сделать и для краба. Либо краба оставить здесь. Так, модуль погружения. Где у нас тут? Вот он, второй модуль. Забрали. Модуль погружения до последнего 3 уровня. И, о счастье, мы можем максимально спуститься на дно. Блин, надо было побольше набрать никелевой руды. Тогда бы я смог сразу же сделать бы модуль погружения для краба. Но, увы и ах, значит, краб остается у нас на базе. Я его сейчас отцеплю. Мореход у нас зарядился на 83%, состояние 92%. Сейчас мы его почикаем. А, подожди, не будем чикать, мы вначале модуль в него ставим. Вот, втыкаем, значит, модуль погружения. Отлично, 1000 метров. Шикарно. Теперь мне нужно, кстати, костюм где-нибудь оставить. Наверное, здесь. В доме его оставим. А пока починим наш мореходик. Все, спрыгиваем отсюда. Сюда поставим заряжаться нашего кайдю. Кваквадю. Блин, я опять тут плаваю. У себя в мореходе. Ну как так? Кстати, у меня же еще разрядился вот этот вот
телепортер, надо бы его перезарядить. А для этого надо взять ионные кубы. Один берем и вставляем. Я думаю, что вот этот модуль мы можем отстыковать, он нам пока что не нужен. Ведь краб у нас все равно вон там, вот на зарядке. А так мы будем покороче и поманевреннее. Но вроде бы все. Все задачи сделал. Можно отправляться на поиски медицинского центра по сбору тела Алана.